сути, этот ебучий вот хип и все, и сапфирон. Сапфирон он легкий. Да, Здесь есть кислота легкий. тель тоже легкий, хуй знает, вообще изишный. Там миликом только сказать, рейнджу от танка и все, и между собой. Ну ты смотри, на прошлом трое мы оставили 6, а ему сейчас ляп 4. Сейчас оставалось 4% вообще. А на прошлом, когда мы оставали сколько, 20 лямов, и как пиздец, дохуя было. Да, где-то так. Мы взяли Азов, это кто? Ретрик? Да, это Ретрик. Ну типа похуй, любой 200-й, 2 200-х дадут лямы 4, спокойно были. Ну все, он ливнул. Ну не знаю. Да. Для того, чтобы потом туда быстрину закинуть. О, цепнуху. Но сейчас, если второй холипал будет, то они будут, в принципе, отхиливать танков. И на кого-то из рейда кидаешь. И, ну, и также потом в эту быстрину кастуешь цепнуху. Ну, это именно на этом боссе. А так, где там периодически урон, то лучше не надо такого делать. Потому что быстрина слетает. А тут она, в принципе, не нужна. Тут надо точно захилить по-быстрому. И все. Она как раз и нужна вот ради этого. Я то же самое, иногда, если танк, ну, кто-то проседает, я в него кидаю быстрину, потом прожимаю ПС-ку и туда кидаю цепнуху, и на фулка восстанавливается сразу же. И кроме этого еще сопутствующие цели восстанавливаются, тоже отхиливаются. Сейчас зайдет в дис Бачи, прист, но там, короче, у него чарок сокетов нет, и у него ДЦ спек и ШП спек есть. Вот, но если в ШП, я не знаю, пока ставать что-то. Чисто что как гимн лишний будет. Есть смысл? Может, щитки пусть кидай. Сейчас он сказал, дис зайдет. Сейчас. Амбушер, что, Рога или кто там? Да, амбушер это Рога. Где Рога? ШД? Ну да. Ты не видел? Он сейчас в этом был. У него два инвиза, как бы, таких нарисовано было. Вот видишь? Мастер скрытности. Этот Резван, как тебе тринька по ощущению, который на арп прокает? Апнуло что-то? Мутику она нихуя не дает. А, мутик, это же мутик. Блин, кто тринку забрал? Кимар, да, вроде бы. Да, кстати, хуёво получилось. В смысле, Кимар плюнь забрал же, не? Сейчас вот, гляну. У Хулипала она у нашего. Вон у нас, смотри, на нем один. А, ну, а нет, значит нормально то. Он шапку забрал. Ну, шапку не жалко. Да там такая шапка, блять, она же без дырок. Смысл ее вообще? Ну, я хуй знаю. Ну, это только зеленку менять, если. У меня вон синяя, смотри, на мне одета. Она с дырками. И то с мета-сокетом. Это каждая 200-я. Этот зашел в Леури, это ты, Бачи, да? Да. Это, ну смотри, Влад, это, как ты думаешь, вот без чарок, без сокетов, он говорит, у него спек ДЦ и этот, кто он, блядь? У меня ШП почти одет, мне осталось за репутацию найти, ну точнее, купить себе ботинки и все. Вот, ну смотри, у нас сейчас один слот, это, как думаешь, залетит он, не залетит? Я хуй знает, по отхилу, мне кажется, хуйня будет. Нужен хил. Именно либо Холипал, Эрдро, либо Аршам. Вот эти три класса, которые сейчас зарешают. Лучше бы Эрдро. Ну, в идеале, конечно, да, лучше бы Эрдро добрать. Но, в принципе, чем сейчас еще спамить, блядь, 1000 хуевых лет, блядь, можно попробовать. На самом деле, в том трае, там особо Кимарта и не нахилил. 250 тысяч за весь бой, блядь. Ну что, брать тогда? Кто? Ну, давай попробуем.
Я вам как кто нужен. На ШП иди. Смысл ДЦ второго. Если что, гимн отдашь. Да. Да, вы скажите, когда гимн отдавать. Да, я скажу гимн на ХП, когда отдать, и гимн на ману, когда отдать. Да, да, я все понял, сейчас. Ой, блядь. Тагариус, заходишь? Да, он пошел эту чарку купить на бошку. Сейчас я ребенка вырублю, он не хочет спать. Вырублю. Это его как, свертухи? Типа того. Понятно, давай, иди вырублю. Степе, привет. Его жена быстрее вырубит. Да там уже сковородка полетела вслед. Подождите, сейчас еще раз засумоните, я шмотки заберу с банка. Че он бушер не принимает? Ну, не знаю, он... Я ему в ПМ написал, что-то пока ничего не отвечает. Может, хэпал найдется. Ну, пока спамьте, типа, плохо. Ну, что спамьте? У нас в Фероне сколько нет? 4 получается. 25. Что? 25. 4 метки на супероне. Да. Это вот эти, которые ледяные, ты имеешь в виду? Ну да. Ну как на Синдре такая же хуйня. А, да. Или 3. Значит, у тебя зелье быстрое исцеление есть. Это быстрый есть, да, ты? Ты поймал его. Что? Зелье скорости, ты игру поймал, да, его? Слав. Еще... А, в смысле, ты имеешь в виду, да, есть быстроты. Как тебе, да? Тебе повезло. Ты что, хочешь, чтоб скрафтил? Пока не надо. Я. Просто на X3 его ловил, а у меня выпал самым последним. Ну, я тоже как-то делал, тоже последним. У меня на X3 было два персонажа с этим, с алхимкой. Ну, подожди, а Хант вчера был, это Тенлис вот этот? Да, да. Да, не бери. Так вон, бери, блядь, это Тенлис, она. Можно, не надо. Так, а вон Рога уже здесь, когда я ставил. А, Рога тут уже? Да. Ты, походу, с ним не знаком. Диски. Заходит. Прист, просто в кучу стой и в команде давай гейм. А, вон он спекнулся, он мутик тоже. Амуша. Тоже ШД у него, походу, под ПВП. Ну чё, Тагариус, ты купил чар? Давай, заходи. Мы тут уже досумониваем. Вот там линканули дебаф. Мы, наверное, не знали про эту хуйню. Вот, смотрите. Вот такой есть неотвратимый рок. А вешается какая метка на него, на игрока? Его типа надо... На всех вешает. А, так он на всех вообще в рейде вешается. Да, он на всех в рейде. Так, а он вокруг себя типа бьет, это получается, если все вместе стоят. Тут что, все дамаг получают или что? Ну да. Че там, Тагариус, заходишь, нет? Он долетает за этой, за чат. Поставь рыбу, Шики. Ему же еще что там зашел этот амбушок? Ты в 10? Хохланд какой-то зашел. Это кто? Рога? Амбушев. Да, амбушев. Слушай, а ты на X1 не играл случайно? А тут был у меня там Рога. Амбуш. Знакомый.
Ну, там был хороший рога ПВПшер, амбушью, ник. Он постоянно там, блядь, где-то в топ-20 входил. Так что, в принципе, поэтому, наверное, и спрашивают люди. Сука, у меня кто-то ник спиздил, блядь. А у тебя какой был? У меня у ДК был ник на русском, мрачный вор. А, хорошо, что ты назвался Колбасовым. Макрим, кого ты видел? Мрачного лорда? Пиздец, блядь. Дренейк. Ну, терпеть не могу, когда вот кто-то посмотрит, там, кому-то ник твой понравится, и потом серф стартует, и они, значит, пытаются твой ник спиздить. Блять, конченые ублюдки. Ты со старта сделал ник? Какой? Ну, свой. Мрачный лорд? Да, пытался. Да. Да. Не знаю, я Кадырова занял. Уже забили. За 5 секунд. Только пустил, ебать, я уже занял. Ну, я где-то через минут 20, наверное, зашел. Попытался, но остальные свои ники проверил. Даже, блядь, с X3 не все мои ники доступны. У меня один ник какой-то спиздили. Надо по хилу сейчас порешать, как они хилить-то будут. Справиться, нет? А, да, он Киригаев, Варум, ник спиздили. Суки. Не увидим, не попробуем, не узнаем. Да нормально сейчас будет. Я же тебе говорю, в том трае там тот шаман всего, блядь, 250 тысяч за весь бой накинул. Значит, смотрите, по гимнам, по хп, по очереди, по команде. Первый – Баллада, второй – Бачи, третий – Капустка, четвертый – Доза. Только по команде. Это гимны на хп. Гимны на ману тоже по команде. Первая Баллада сдашь, потом Бачи. Я думаю, этого нам на бой хватит. Теперь, господа Локи, прямо сейчас Рыба Цыпа, СС, на Валтору. Фича, СС, Войд Фьюри. Блэк Дарк, СС, Тагариус. РЧ на готовность. Фулл баф сделали, блядь, не тупим нахуй. Быстренько, быстренько про фулл бафали и поехали. Рыба стояла, чё вы не ели? Вас, Вакрим, Бра, Содиум. Рыба вот, блядь, в метке вот здесь была. Сочинуйте, пить. Паски. Всё, похеру, даю таймер. Так и так фулл рейд был, ждал пока, ждали по этого Тагариус. Даю таймер. Давайте РДД хилы тогда, не знаю, встаньте отдельно. Отдельно? Ну, встаньте, да, проще будет хилить, наверное, да. Просто дальше отойдите от рейда, от миллизона и все. Так, Войд забрал, вижу. Прохилили, отлично, все. Воин, держи пока. Я его забрал, Войд отошел назад чуть-чуть. Угу. Прохиливаем танков, прохиливаем рейд. Гера, давайте. Войд, забирай. Приготовились 2 секунды до прохила. Прохилили рейд, подняли, подняли рейд. Войд пока дальше держишь.
Гарри забираешь. Готовимся, подняли рейд ПХП, танков ПХП, отлично. ДК из РДД скоро заберите в миле. Агариус, пока дальше танчишь, я заберу с тебя. Все, забрал. Подняли все по ХП, отлично. ДК, спору из РДД, выйти. Тагариус, замираешь. Зачем босса вертать опять? Можно нахуй вместе стоять в одной пачке? Я имею в виду танки. Да, я уже умею. Подняли рейд по ХП, отлично. Так, на следующий баллада гимн нужен будет. Тагариус забираешь. Отлично. Ой, чуть это шоу. Ауру на тьму. Баллада, готовься. Давай. Давай, баллада. Тут не прохилены. Отлично. На следующий... Бачи, готовься, гимн на ХП, баллада, гимн на ману, пока Содиум ПТМ. Бачи, давай гимн на ХП. Поднимайте. Фу, на следующий капустка, гимн на ХП по команде. Пана, дай. Тот, сдавай гимн на ХП. Сдавайте мне ХПЗ. Все, во, отлично. Ты подняли рейд. Тагарева забираешь. Доза сейчас по команде. Готовься. Спора мира. Давай, доза. Доза, давай. Бачи, гимн на ману пока, давай. Уже дал. Я понял. Да, катастрофически прохила не хватает. Пробуем, так, в пизду нахуй. Да, прям сильно не хватает. Прям очень сильно хватает. К воротам отходите. Прохил он хватает. Да, надо, чтобы на пол рейд захиливался. Третья, четвертая пати, вот эти все локи, все эти маги, они не прохилены стояли. Две цепухи не кастанули, этого не хватает. Надо, чтобы все кастуют. Ну да, да, это минус то, что реально вот сейчас стали на рендж. То есть люди спрашивали, давайте на рендже попробуем, будет проще. Но по факту нихуя не проще. Давайте стояли под боссом. Да, как стояли под боссом, давайте стоять под боссом. Потому что все-таки шаманы поднимать будет хорошо рейд этим. Мы сейчас шли, в принципе, хорошо, просто вот тупо не хватало прохила. Вот на данный момент все отлично. Нам хватит этих хилов, но надо в толпе стоять, господа. Еще надо помогать хилам. Потому что без помощи хилам не прохиленный рейд стоит. Не прохиленный рейд. Значит, в следующий раз вы не дохилите там фу, это 100%. Да, в идеале тут не холеприст, тут в идеале эрдру нужен. Вообще идеальный момент. Потому что он тебе чё, он весь рейд тебе захотал, блядь. Только каз спал, появилась возможность хилить, его ходки уже погнали тебе нахиливать, блядь.
Тут Ардуры реально просто заходит в идеале. Это его босс. А что-то тут Холли Приз даже так не захилит. А сил природы ставите? Кто-то, шаман. Огурцы у Лока вот эти зеленые. Жрите. Не, ну тут только... Если да, это трэш рехнулся, по-моему. А сейчас мы сумнем на тут у босса. Давай. Не бегите там. ШПшники, сова и паладины. Если вы по флешке каждый кастанете, вы поможете очень хилам. Стремитесь к тому, чтобы рейдов. Ну это, конечно, если вы с аддоном, блядь, если вы видите хп рейд, да, если вам похуй, то мы, конечно, хуй убьем. Ну, шаки-то есть спокойствие. Ну, спокойствие это, блядь, там КД большое. Я говорю про помощь, вот эту покровительство, быстрое исцеление, блядь, и вспышка света. Вроде нормально будет. Потому что пока на глуте не стали друг другу помогать, не убили. Здесь так же. Не хватает, все надо. Вон, смотрите, предстоит вот момент, когда аура спадает и есть возможность прохиливать. Я давайте буду говорить, там одна секунда прохила. Как только я это говорю, если я никого не назначаю на гим, не говорю, что на час надо будет гим там и так далее, то присты возьмите просто массовой прохилкой, блядь. Присты, паладины там, блядь. Паладины можете по флешке покидать. Самых отбитых, блядь, по хп. Я вот говорю, одна секунда до прохила, значит, надо прохилить. Да, если ты про молитву исцеления говоришь, то вообще, если да. Присты 4 штуки, которые есть в рейде, если они, как только окно открылось, если они уже докастовывают молитву исцеления, и это будет в третью, четвертую и пятую группу, то вообще хуй эти гимны понадобятся, понимаешь? Это будет охуенная помощь. Сможете так сделать? Подождите, кидать хил в какую группу? Ну, чтобы я сразу... О, господи... Чтобы видеть, в какую группу, надо вытащить 25 человек. А да, там четвертую, да, да, третью и пятую. Да каждый в свою кинет. Сейчас я просто поменяю тут. В танковскую можете не кидать, но вон дозу перекинь. В танковскую можно не кидать нихуя. Ну, в принципе, ладно. Ну или так, я хуй знаю. Не, лучше дозу у нас оставить. Ну пускай, пускай. Да, заебись, пускай в нас кидает тогда. Больше шансов. Так, если вы будете, понимаете, если вы понимаете, что вас попросили, из молитвы исцеления вытащите на панель, это вы выйдете из облика, кастанете, и каст должен закончиться в окно вот это трехсекундное, и потом вы обратно в облик тьмы и бьете дальше. Ну, каст вот так окно войдет. Это будет помощь. То есть как тут, давайте я вам тогда за 2 секунды буду говорить, чтобы как раз четко успевали. Рыба стоит хавать. А так, для справки, вы еще можете и сами смотреть, вот где у вас премиум, випка и знак Орды или Альянса. Там вот этот дебаф показывается. Вот как он кончается, так можно хилить 3 секунды. Ну, вот видишь, что говорил, как лучше. Давайте, арчина готовность. Давайте закроем это говно сейчас и пойдем на салф. Будем закрывать еще одно говно. На салферон быстрее ляжет, там не так сложно. Там просто главное на взлетке держать раньше. А за глыбу заныкать, это чё? Это верх мастерства. Амбушер готов?
Через одну секунду после пула? Нет, через одну секунду после пула нельзя. Через 10 я подумаю. Может быть. Все, даю таймер. Сессия откатится, когда я по тем, по кому кидали. Давайте, Лера. Леру? Героину дайте. Вот сейчас на первое не надо подхиливать, там ребята сами справятся. Тагариус забираешь? Тагариус, блядь. Прохильный рейд, отлично. Все подняли, отлично. Тагариус забрал. Вот это другое дело, я пробрадую. Подняли танков. Ну это позже, это сейчас же широко нет. Сейчас рок как начнет давать, тогда будет больно оттуда. Прокинули танков, отлично. Все, вот сейчас рок будет давать. Вот хилы, теперь, ой, эти присты и пауэр. По команде я буду говорить 2 секунды по кастам. 2 секунды есть. Кастуем уже по хилку, помогаем. Отлично. Все, дамажим дальше. Форму не забываем сменить. У него ревность. Я забрал уже. Так, рок висит, баллада по команде Дим. Остальные присты дамажу. 2 секунды. Баллада Дим. Отлично. Тагариус забрал. Бач, гимн. Не успели поднять рейд. На следующем престы помогаем. Держу. Все отлично. Дальше форму меняем, дамаж. На следующий капустка гимн по команде. Соответственно, остальные присты дамажим. Гимн. Вот забирай. На следующем престуле палы помогаем. Баллада пока кидай гимн на ману. Если по КД откатится, обновите по танку. Войд. Угу, отлично. Так, на следующий доза по команде Дима.
остальные плесты дамажим. Гим. На следующие плесты палы все помогаем. Войд забирай. Команду дам. 2 секунды. Кастуем. Отлично. На следующий также присты палы. Все помогите. Один разочек нам еще пережить, наверное. Максимум 2 и все. И один дал, потому что маны. Хорошо. Кастуйте, 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 да. Подхиливаем рейд. Отлично. Все, все играем по боссу. Там своего прохила нам хватит, а Гарри его забрал. 1 секунда. Аршамики подняли. Рейд. Один умер, Аршамик. Все, добиваем. ГЦ нахуй. Просто ГЦ нахуй. Просто резнули содиума. Секундочку, вам одну важную вещь скажу. Ребята, всегда верьте, когда вам говорят, это командная игра. Если просят помочь, это значит не просто так просят. Вот ух, сейчас... ебать, там сапоги. Не так. Сапоги вообще топ. Да. Похуй, и что, что бой не ходить. 15к нахуй. Держи. Я обрываться. Посмотрите сейчас, кому в рейде их носить можно. Фич. Фич. Да все, вон, коневики. Все коневики, они реально, они им просто бис эти сапоги, блядь. На данный момент. Могут все. Значит, кидайте. Ресните, блядь, содиум. А, ну, блядь, не надо, я в начале рейда это остану. Не надо. А, ну ладно. Там и сам ничего не надо, в принципе. Ну, рубацеп, блядь, блядь, да. В принципе, нормально. Как этих паладинов перехиливать, я не понимаю. Ты никак паладинов не перехилишь. Да, Блэкдар, ГЦ. Еще один надевай, все дела. Тагариус, хочешь забирать себе их? Я не знаю, что у тебя по Т7 там. Кину пока, если что-то. Если Тагариусу не надо, то я могу зарулить. Не, Тагариус, мне они не нужны, они без меткости. Я по меткости просил. Настало время рассказать, как мы ролим 226 шмот. 5. За все это время, за весь это. А зачем паладину вот эта кожа? Охуенная, да, бля, кожа. Ты смотри, паладин. Статы, это ёбнутая. Не, это заебись кожа паладина. Это охуенно, это бисовая кожа на паладина. А чё у него нет? В принципе. Платы, что ли? Такой нет. А, с такими статами нет. Тагариус, они тебе не нужны, что ли? Это, слышь, Влад, давай насчет этих тапок. Еще у них там нечего, альтернативы никакой. Классные кожаные ботинки. Кожаные, тапки... Ну, наверное, друиды латы не носят, я думаю. Ну, был бы ферл, был бы ферл убийц, типа, блядь. А. Ну вот, мне кажется, в рейде есть ферл, да? Почему это палы не носят? Ну, вон вам Юй линкует, 213-й. Вот отсюда. Блядь, там падает. Хаст крит, а мастерство как забирать? Чисто камнями? Короче, кинь просто на ролл, кто вырвет, блядь. Ну там, в принципе, есть альтернатива сейчас на данный момент. А там я бы в первую очередь отдал скажем, тем, кто кожу носит. Вот, да, тому да. Же Роге. Вот в первую очередь им, а потом уже паладины. Так, смотрите, тогда. То есть, давайте хотите сказать, ребята, стойте, ну вот сейчас, вот на кону, да, это будет контент доступ. Вот сейчас, секунду, ребят. Сейчас запы. Тупо без запы для ред. То есть, если они первые выпадут, вы отдадите их кожевнику, да? Без запы для ретрика, для того контента, который будет. Не знаю, для пала это заебись. Бля, такие тапки для пала заебись. Не. Там пароль выиграл. Вы же их ролили. Кто выиграл-то, блядь?
Ну хорошо, хуй с ним с другим уровнем контент, блядь. Я вот линканул топор двуручный, собственно, на ловкость. То есть паладином он не уйдет, если они будут ролить. Ну, грубо говоря, в теории. Ну, тоже, кстати, прикол. Скеля, да, топор бисовый. С ловкостью он паладином тоже не заходит. Ладно, у меня такой вопрос. Друиды носят латы? То есть варам кожа с РПБ ты тоже не будешь давать? Сейчас тебя, не да? о варах речь. Ну, блядь, в смысле? Они латы это тоже носят. Самое... Если бы все остальные классы латы носили и у вас пиздили, что бы вы говорили? Короче, мы пришли к тому, что мы опять рвемся за шмотки. Просто, блядь, дай кому-нибудь похуй. Да мы не рвемся, мы просто решаем. И шмотка идет на все. Пускай забирают. Заберете паладина, когда те, кто носит кожу, будут одеты в эту шмотку. Все, вопросов нет больше. Ну все, сказал, так и забираем. Это то же самое, элемы ткань ролят, типа бисовые. Да, кстати, тогда элемам не давай ткань. Только магам и давай я буду решать, что кому буду давать. Пошла не, ну, грызня, блядь, за мусор пиксельный, блядь. Нет, тут уже не в мусоре дело, я тут уже следующий контент идет. Я тебе объяснил, те, кто носит кожу, помолчи. Те, кто носит кожу, оденут, а потом заберут паладины. Потому что они носят латы. У них латы никто не пиздит. Все, так и отдавай. Ты решил, ты отдавай, похуй. Ну это просто адекватно, это логично. Да, да, все. Лакриму плечи отдал Парову. Смысл будет паладин ебучий носить кожаную шмотку, когда рога и друид будут сосать. И смотреть на паладина, блядь, веселого. Смысл, блядь. Как заберут друиды с рогами, так и будете ролить. А, смотрите, ребят, я сейчас объясню. Вот ты-то потом линканул бисовые запы, ты говоришь на ретрика. Да, на тот контент. Да, стопни ты, блядь. Я знаю, на какой контент, знаю, какие топовые. Теперь смотри, тот вариант. Вариант такой. Ролишь ты, ретрик, и ролит вместе с тобой рога. Но он не компот, он мутик. В первую очередь пойдет ему. Если будет ролить кот какой-нибудь, они ему не пойдут. Ему проще одеть 13-е, блядь, но с арпом. Вот и все. То есть тут приоритет, тут идет приоритет статов. Кот хостовый — это хуйня. Пока ты не соберешь арп, ты будешь давать свои 4-4,5 максимум и дрочить писем, извините. А если выражение. Ты в этом контенте не соберешь арп? Ты соберешь с выходом ульды, вот он линканул с ульды запад. Вот с выходом ульды, извините, там ты можешь собрать Это изи. Это запы были с РС. А, это с РС-ки были, да даже помню. Тем более соберешь. Ну вот, в первую очередь, то есть там по-любому ты соберешь, да. Но все равно коты отдают приоритет запам, которые идут с этого, скажи мне, блядь. Крит РПБ. Да, они... Там есть, блядь, СЛК, по-моему, падает с хритом и арпом. Влад, расскажи тактику на сортированные все. Да, и поехали по тактике. Да, потому что, после ну, споры... После рейда поговорим. Да, давайте на будущее. По шмоткам, вот, блядь, вы сразу не начинайте, нахуй, свои, блядь, претензии, свои мнения высказывать. РЛ принял решение, он отдал шмотку. Следующего КД у вас будет запас ЕП, мы будем по ЕПГП идти, блядь. И там уже будут совершенно другие циферки и так далее. Поэтому давайте вы сейчас не будете нахуй возникать, блядь, и молча созидать тому, что принимает какое решение, принимает РЛ, на ком идет распредвута. Спасибо. Поехали по боссу. Значит, господа, смотрите, это аналог Синдры. Я буду босса держать боком. Все остальные, пожалуйста, вы стоите сначала все в одной точке. На кого-то одного будет кидаться дождь. А там будет писаться, на кого он кидается. Если на вас он кидается, тот, на кого кинулось. Ваша задача уводить дождь от рейда. То есть вы вот так уходите, начинаете водить дождик этот за собой. Это понятно? Да, дождь по виду типа как в яме Сарона. Ну, просто такой маленький дождик, блядь, ледяной. Вот если Каражан кто закрывал, тень Арана в обычке. Вот такая же хуетень, как у него. Он запускает ливень вот этот ледяной. Вот такая же штука. Сейчас уводится у меня. Кстати, отправляют уже, отлично.
В общем, смотрите, такая же херетень, то есть вы просто уводите этот ливень от рейда. Если вдруг кто-то не вывел рейд на рейндж, под морду обязательно не заходим, только с той стороны держимся, не дай бог дыханием вас накроет. Теперь самое веселое — это взлетка. Когда он взлетает, сразу все разойдитесь на рейндж 10 друг от друга. Тут хватает платформы, то есть становимся вот приблизительно как я от совы стою. Вот на такой рейндже друг от друга встаньте, ждите глыбу. Если вы встанете все в кучу, то урон от глыбы, а их будет 4 подряд, вас шотнет. Поэтому становимся вот так вот. Все, ждем. Глыбы упали, сразу за ближайшую глыбу от вас становимся, прячем. Между вами и боссом должна быть ровно стоять глыба. То есть вот если шкаф это глыба, вот видите, как я стою. Вот так вы должны стоять. Если вы станете вот так, допустим, вас накроет, вы сдохнете. Вот так сдохнете. Надо четко стоять полностью, чтобы глыба закрывала вас от босса. Если глыба будет где-то стоять на рейндже, вот, допустим, здесь, Саш, подойди сюда. Пожалуйста. Вот квадратик прыгнул. То есть, если глыба где-то вот здесь стоит, соответственно, вы становитесь не вот так, не прямо, блядь, а по диагонали к боссу. То есть, четко между боссом и вами проводите линию, и чтобы глыба стояла четко перед вами. Все? Всем понятно, господа? Есть. Это босс? Ну, давай. Вы говорили, что-то там с Апферона и Скеля, чтобы потом не было пиздежа всякого, ролится шмот по-другому. Скажи сразу, Скеля, так ролится. Скеля 226, с Апферона... То, только Скеля. С Апферон обычный босс. С Апферона вроде 226 тоже падает, да? Нет, 213, по-моему. Ну, чтобы 213. Вот этой хуйни не было, типа, блядь, там шмотки, вот эта хуйня, сразу скажите, все. Да, с Келя будет по-другому, уже перед Келем об этом и поговорим. Ну все, в данный поехали, момент. Давай, ебашь. Сауф, РЧ на готовность и, собственно, поехали. Танки, а остальные на всякий случай так, на подстраховке вот... стоим. Погодите секунду, для начала сейчас вот эта шмотка. Не нужна оказалась паладину почему-то. Если другие паладины кому-то надо, там Арастрос, Пан или кто-то из вас, Киттирол. Вау. Топ-роллы от Арастрос. Сейчас. Плюнь, у тебя спек есть? Сейчас тебе передам. И смотри, у меня есть 3 фрост шмотки. У тебя есть шмотки? Не, я себе фрост не делал. Давай я на боссе буду, сейчас я одену. Ну давай, потанчик, по-моему. Вон там рыба возле шкафа стоит, справа от шкафа кушать. Ну, Тагариус, просто в любую сторону от рейда. Но главное не под морду. Под морду не надо его вести. И желательно идти не вот так, не четко по прямой, а идти, грубо говоря, зигзагом. То есть ты пошел, оп, 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 вот так сдвигай. Все. Типа дождь на одного падает только? Ну, он выбирает в таргет, а там цели за ним идет. Надо бы им анонси, да? Ну, вообще должен. Десятки анонса. Ну поехали, пробуем. Я расстроюсь. Все, все готовы, дал таймер. Дождь в мелизоне. Вот не стоим там все. Вот возьмите, сдвиньтесь, блядь, вот сюда, где я стою, милик. Можно просто перебежать на другую сторону. Ну да, либо возьмите, блядь, на другую сторону, перейдите, не ебите мозга. Ну как у нас содиум? Похищение жизни. Давай взлетку посмотрим. Немножко другое. Все, рейндж стали друг между другом. Есть, нет. А че, кто-нибудь будет сегодня проклятие диспелить?
Кадыров шейкет. 3. Заглыбы стали. Баганая анимация после, да? Да. И чуть-чуть не добежал буквально. Короче, понятно, ложиться надо возле ворот. Туда, да, поворачиваем. Ну, вроде может это выйти. Да какая разница, тут проще зайти, да и все. Ну да, ну просто падайте. Кадыров, Шейкет, Трик, вы на декурсе. Угу. Я уже хилбот включил даже. Такие шоманы могут декурсить. Вы столько урона не получаете, что мы успевали вас продекурсить. Дай, под дождя следите внимательно, не надо его, блять, в рейд нести нахуй. Просто в сторону от рейда. Увидели дождь на вас, блядь? В сторону от рейда, нахуй, ушли и все. Не надо его, блядь, к РДД уносить там и так далее. Либо если это на ком-то из РДД, не надо его, блядь, тащить, нахуй, этот, по всем. Про проклятие мы, короче, забыли, да? Да, я забыл про них сказать. Что проклятие делать? Дикус. Сколько дает? 5? Цели сколько? 5? Ну да, около того, там 4 или 5, что-то. Ну примерно так. Ну, короче, про рекурсию бог. Ну вот эта хуйня. Желательно декурсить. Ну, не знаю, за 3 секунды. Да все, декурсит. Наверное, лучше сапотик выпить, да? Рамзан Ахматович, поставь столик, пожалуйста. Да, сапрот получен. Так-то вроде не обязательно вначале в одной точке стоять. Это точно. Типа, можно на РНД стоять. Просто играйте на выживаемость, как на Латхибе, и убьется босс очень легко. Да. О, типа, главное, Лакримчик. Лакримчик, поставь джинса, брат. Спасибо заранее. Влад, Пагеря, чё? На 30 или со спула? Да давайте спула, тут по сути у него дамаг не повышается. На 30 он в берсу ни в какую не входит, так что можете спула давать. Да, получается глыбы тоже две тут. Две всего? Ну да. Давай тогда поставь две метки, пусть туда выносит. А там не пишет, на кого летит она. Пишет в самый последний момент, когда она уже прилетает. Все, давайте РЧМ. Ну да, кстати, дождь не показывал. Ой, рыбацыпа, бра, вон, рыба, блядь, сзади стоит. Пойдите, поешьте, господа. Лентяй наш. Сейчас попробую шагом его спулить, может, не пойдет на рейд. Ну, ты в него влети просто, да и все. Не, я сейчас как раз и влетал, но, видишь, он как типа на скольжении. Это драконы гребаные. Сейчас я попробую. Да ты возьми, вот, иди сюда. Возьми вот отсюда, блядь, в него влети, нахуй, и все. Че, ну давай так. Еще раз РЧ. По-моему, таймеры поехали. Все, все готово.
Ну, это лучше. Мили зону, аккуратно. А с герой что у нас? Давайте герой. Ну, все, про диспелли зайдись. Не стойте вы в этой хуйне, вы чё? А все мелизоны в этой хуйне. Все, воздушку. Раньше мы тут с собой набрали. Жалею, что эти тапки отдал уже, блядь. Заглыл. Три глыбы вижу. Стали за глыбы. Минус Благдар, понятно. Долго стоял, думал. Смотрим внимательно, подождем. Сальвы там скажешь? Что сказать? Снижение грот дози фичи когда... А ставил, да не надо, недалеко еще доза, может кто-то пень еще продать, он продал только что. Кадыров может копии призвать, фичи может осколками скинуть. Тоже не могу, ну не стойте вы, блять. Ну можно. Ладно, как с Хейденом до последнего. О, на меня пошел тоже. Сейчас я выберу трейд. Все, взлетка. Рейндж набрали между собой. Блять, бага на анимации пиздец. Вот еще одна глыба сюда была лишней. Рон сильно прошел. Все, отлично. Шахит есть БР? Шахит, дай Кадыру БР. Войд, я тебя сейчас подменил. Сдай БР, то пусть. Она вон за мной прям находится. Я вижу, я летаю. Так а чё, проклятие один раз снимать получается? Ну да, там получается снял. В начале только. Не, он будет отдавать его. Пока вроде не было. Мелики аккуратно. Все, воздушная фаза, раньше между собой набрали. Первая глыба далеко полетела. Не сбегайтесь туда, ждите. Вторая. Ждем третью. А, бля, он дыхает. Есть. Да, анимация у него реально багнутая, блядь. А почему вот на глыбу было? Ну вот да, иди. Да не, реально убить. О. Допробуем так. В принципе, у нас сколько? Минус 7. Мелики аккуратно, не стоим. Танк убил. Нормально. А, на себя чутка.
Ладно, не-не-не, это хуйта, надо ложиться и еще раз только по-нормальному. Давайте в рейд, в лужу, то, что вы любите, вставайте под ледяной дождь, под вот этот. Прям туда. Ладно. Я думаю, тут даже эффективнее будет вдвоем стоять под мордой, делить рассечение. Да, оно разве делится? По-моему, не делится. Заебись. Просто за глыбу не заходите. По-моему, никогда у дракона не делилось оно. Оно типа, что по тебе, что по мне, будет одинаково. Ну быстрее умрите. Нас тут хлопают на входе. Тут, короче, хилам тяжело, да, судьем? Они очень много лутают урона, очень много. На ней дождь идет, я смотрю, они просто стоят, они дожидаются, пока по ним урон пройдет. Они только после этого начинают... Тупо аликов выебали толпой, нахуй. Короче, один в один, что на Латхибе вы делали, то тут также надо помогать, короче, хилить друг друга. И, тут, ну, да, это не надо помогать, тут надо убегать. Ну, убегать, да, а кто не убегает, то стоит, типа, можно и подхилить, потому что вы смотрите, ибо 10% хп у челика и хуй на него кладете. Думаете, так убьете босса? Конечно, так босса не убивают. Ну, кстати, проклятие один раз только кинул. Если все начнут двигаться, передвигаться по этой по платформе, не убегать от хилов, то будет все нормально. А если они стоят, дамажат и только после убегают, после того, как по ним пол хп влетит, вот, и замедлит, то их очень сложно хилить в таком случае. Я придумал одну хуйню, сейчас я на хилов дам метки, если вы будете от хилов убегать, то будете подыхать. На хилов метки давать. О, сосочек. Он стоит там что, 20. Ну я все же вам посоветовал бы подхиливать друг друга, что шипе, совом, паладином, это будет помощь большая, потому что хилы не вывозят. Их 4 всего. Трик, давай поднажми немножко. Просто, ну, это понятно, что трик там что-то поднажмет, но все равно помогает. Как на Лутхибе, я говорю, так же будет, просто босс упадет. Ну-ка спать. У меня гениальный вопрос. А если не уводить, если уводить лужу от рейда, как мне держать этот план? Ну, вначале она в рейд ебанет. Нет, ты, ну, за тобой бежит дождь, ты его уводишь, чтобы других не задевал. Ну, да. Может определиться где-то какую-то точку поставить, чтобы там, в этой стороне водить, чтобы талант ориентировал. Ну явно не через босса за 50 метров от рейда. Явно, да. Типа, если мы все будем. Я вместе... могу. Я как сова могу убежать вообще в другую сторону, себя охотами откидывать и спокойно вернуться. Просто сам факт того, что там, чтобы не было повсюду разлито. Может куда-то в одну точку, в одну сторону куда-то убегать с этими дождями. Ну, в сторону хвоста, вот смотри, сейчас мы на босса смотрим, вот сюда, где кот бегает, где Мишка бегает, вот в эту сторону, вот здесь вот слева от рейда, и все, в сторону морды старайтесь не нести, потому что дыхание убьет. Ну, просто да, чтобы их план был, да, ориентировать, где бегающие, чтобы их подкидывать. Старайтесь бегать, получается, вот он, если так конус забрать... то примерно отсюда вот, наверное, так где-то примерно, и до хвоста. Вот эта зона, вот так даже, она прохиливается. А так лучше бы вот, от этого входа вот, если взять вот вход сзади, который... Может, есть у кого шпешника хил? Тут не надо там хил. Тут шпешника. Говорю, тут про хилов будет хватать вполне, если люди начнут бегать. Типа, может, бачи в ДЦ спекнется и все, попробуем. Я хуй знает, что не надо, не надо. Ну ладно, давай. Пока люди учатся бегать. Типа, мы уже один. Поскриним просто, кто подыхает, посмотрим ники и все. Будем иметь. У меня есть атончик, где все пока.